Я пытаюсь сделать то, что невозможно, потому что от меня не зависит поведение другого человека. Вот. Я могу сколько угодно хотеть, чтобы он поменялся, но он такой, какой он есть. Да? Вот. Там действительно есть отдельные вещи, как можно что-то улучшать и так далее, честно, но фундаментально люди таковы, как и мы, они есть, они, в общем, сильно меняться не будут. Но если я на это выставляюсь, да, то я трачу свои силы на недостижимую цель. Вы думаете, что вы сможете, а вы не можете, потому что, ну, как бы, нет ресурсов воздействия. И опять же, силы тратятся на что? На недостижимое, и вы находитесь в состоянии, когда вы травмируетесь и сами запускаете внутренние стрессы. Мы от наших партнеров очень много ждем, очень много требуем. И от нас партнеры очень много ждут и требуют. И мы в этом смысле ну, просто берем на себя ноши непосильные. Вот. Поэтому, может быть, главный совет состоит в том, что понять, что для вас самое важное в вашем партнере и в ваших отношениях с ним. И это беречь просто как аленький цветочек. Понять другого человека крайне сложно. Сложно, потому что нужно не только проникнуть его в голову и понять весь набор тех факторов, которые определяют его поведение, определяют его мысли, определяют его отношения и так далее. Это и сложно еще потому, что мы же находимся с этим человеком в отношении, и у нас у самих есть к нему какие-то ожидания, какие-то претензии, мы хотим, чтобы он был каким-то, а он такой, какой он есть. И большинство людей решает этот вопрос очень просто. Мы вешаем друг на друга какие-то ярлыки, и после этого считаем, что, в общем, дело сделано. Но если вы хотите по-настоящему конструктивных отношений, вам нужно учиться реконструировать другого человека и реконструировать самих себя. Потому что, возможно, вполне то, что вы хотите добиться от другого человека, может быть, ну вот, но вы сами должны будете вести себя как-то иначе для того, чтобы он это поведение продемонстрировал. И без этой интеллектуальной работы, когда вы раскладываете его как пасьянс, раскладываете себя как пасьянс и находите нужную комбинацию, требует усилий и интеллектуальной работы.